Знак внимания от первого руководителя области Бердыбека Сапарбаева получили сегодня работницы Актюбинского завода ферросплавов. Передовики производства, представительницы слабого пола и не самых женских профессий. Машинистки крана, токари, сапожницы, электромонтеры, слесари, заведующие складами, руководители и специалисты с рабочим стажем от года и до 30 с лишним лет. Праздник весны все они встречают с букетом тюльпанов и счастливыми улыбками. Благодаря вам мы сегодня каждая чувствуем себя на высоте. У нас прекрасное настроение. Чувствуете 8 марта. Так что от всех женщин и от себя лично хочу выразить вам большую благодарность. Свое спасибо на встрече с прекрасной половиной АЗФ сказал и Бердыбек Сапарбаев за ответственность и самоотдачу в решении производственных задач. Но главная роль каждой женщины – материнство. И в этой связи в своей поздравительной речи глава региона остановился на том, какая работа проводится в области в сфере образования и досуга детей. Строятся новые школы, центры детского досуга и развития. И в этом принимает активное участие акционерное общество ТНК «Казхром», в группу компаний которого входит и АЗФ. Я могу сказать, что вот последний анализ говорит, что уже вот потребность на хромовый концентрат растет, цены растут, ну то есть благоприятная ситуация. Поэтому же спасибо руководству «Казхром», что они выделили 1 миллиард 300 миллионов, и мы впервые в Актюбе уже почти построили, вот в апреле сдадим в эксплуатацию дворец школьников, как раньше мы назвали. Сегодня на заводе ферросплавов трудится около 1000 женщин. Это 21% от общего числа работающих. Одна из них – Валентина Рудинская, которая работает дозировщиком в первом цехе завода. На завод женщина, в прошлом воспитатель детского сада, пришла 12 лет назад. С тех пор, признается, ни разу не пожалела. Несмотря на нелегкий труд, говорит, здесь лучший коллектив, хорошая и стабильная заработная плата, возможность учиться и профессионально расти. Наша бригада очень дружная. У нас никого не оставляет на внимание. По словам руководства завода, Международный женский день в этом году для сотрудниц предприятия особенный, так как не каждый раз женщины поздравляют чиновники такого масштаба. Между тем, работницы завода, не теряя времени, дружно окружили Бердыбека Сапарбаева и сделали общую фотографию на память. Асель Кинжали, Жаслан Жубаев, программа «Факт».